Короче, я начала смотреть аниме. А точнее, Наруто. Блин, я помню, как я говорила, что аниме — это полное говно. Так сказал. Аниме. А особенности я говорила про Наруто, потому что Наруто — 1000 серий. 1000 плюс-минус. Ну так как? Мозгов-то нет? Мозгов нет. Цените ноготочки, девочки, вот такие вот. Софт, а нереалка. Вон, ни одна вот эта заклепочка не отпала, все прекрасно. Такой вот софт. А, так вот, я уже не помню, что я говорила, что это насчет Наруто. Что там плюс-минус 1000 серий. А, мозгов-то вот, мозгов-то нет. И что я начала смотреть первое? Наруто. Именно его. Но на самом-то деле, ребят, Наруто это прекрасное аниме. Реально, типа, я даже не могу подумать, что это аниме. Что я сейчас сказала? Мозгов нет. Вообще, ребята, я не перестаю трогать свои волосы. И во-вторых... Кто стучится? А во-вторых, это видео не аниме. И не о Наруто. И не о том, что я начала его смотреть. И все вот это. Это видео о нем. Да, ребят, у меня появился кот. Как это получилось, честно, я не знаю. Но мне кажется, сейчас он меня, конечно, сожрет. Вот. И с ним, конечно, жизнь стала веселее, намного веселее. Ну, такой вот нереалка. Отныне, если ты закроешь дверь в туалет по привычке, тебя насрет этот кат в тапке или же на кровать. Сладких снов! Вопрос, что ты делаешь? Алло! Руби мозги. Я понимаю, у меня, может быть, их не так много, но у тебя-то хотя бы может быть побольше. Рассказываю, как он появился и какого хера вообще. Вообще, почему в моем доме присутствует еще какое-то существо, помимо морской свинки. Это был обычный день. Мы прогуливались с Тимми по городу. Ну и решили пойти уже домой. Идем, значит, домой. И около дома вот это вот чудо шляется. Ну, я как, типа, заинтересованный человек подошла к нему, такая, типа, кс-кс-кс. И он пошел ко мне, я такая, типа, оу, вообще-то обычно, когда я зову котов на улице, они такие, типа, а ты кто такая, как пошла в жопу. Но этот кот решил пойти ко мне. Тимми взял его на руки. И как бы он нормально там сидел. Что мы сделали потом? Мы понесли этого кота к нему домой, посадили в переноску, потому что у него есть тоже кот. И как бы, если бы мы его туда не посадили, как бы, не было бы, я думаю, кота Тимми и этого кота. Так вот, девочки, мальчики. А потом что-то как-то он оказался у меня дома, честно, я не знаю как, я даже не понимаю. Но факт того, то, что моя мама его отправила, оценила такая, типа... Крутой кот забираю себе, типа, хотя она ненавидит котов и там собак, короче, всех животных она ненавидит, но... Как? Алло? Алло? А? Знаете, мне как-то не очень приятно, когда вот оно сидит и слушает все, да, ну такое, да, алло? Fuck you! Мозгов нет. Вот. Надо как-нибудь так вот лучше, чтобы, да? Я не знаю, вы слышите, как он мурлыкает или нет, но я слышу. Так вот, я уже не помню, что я рассказывала, то, что он оказался у меня дома, мама приняла кота, крутой кот, и теперь жизнь стала намного ярче, намного интереснее. На самом деле нет, теперь у нас появились еще одни затраты. Да ладно, я шучу. Конечно, иметь кота это очень круто. Все. Могу, ребята, вам даже вставить вставочки с видосов, как стала интереснее моя жизнь. Наслаждайтесь. Ребятушки, давайте мы дадим этому прекрасному котику пожрать. Господи, гляньте, сколько у него мисок. Алло, как? Я понимаю, у него есть еда, но он как бы хочет еще.
Посмотрите, у него 1, 2, 3, 4, 5, 6 мисок для одного кота. Я понимаю, хотя бы 4, но... 4 это уже много. Куда тебе сыпать? У тебя везде есть еда, но я тебе все равно дам поесть еще, потому что сначала я хотела ему дать поесть уже давно. Вот, да, ну и как ему давать, если я его сейчас запачкаю? Ну и как бы он побежал, я ударился в него, он ударился в меня, и было очень весело. Проснулся, я вообще ничего не ел, уже прошел час. А, ну свет как бы не надо выключать, да, мы все-таки богатые. Можем платить себе, позволить платить себе много за электричество. Короче, это видео вышло очень информативным. Мозгов нет. Факт того, то, что на протяжении данного видео я поправляла постоянно свои волосы, пожалуйста, не пишите мне об этом. Хотя никто мне ничего не будет писать, потому что никто никогда ничего не пишет в комментариях, потому что нет актива. Нам только ставят лайки, и то, наверное, наши родственники. Вот. Ждем от вас комментариев, пожалуйста. Так вот, это видео было очень интересным, как я думаю, очень познавательным. Но я думаю, вы поугарали составчик, что теперь происходит в моей жизни, когда у меня появился кот. Вот, и, в принципе, на этом было все. Девчули и мальчули, и на меня кто-то смотрит через окно. Хай! Мозгов нет. Так что мы coming to back this channel, and you write, please, comment. Yes, of course. Вот. Goodbye.